Совсем недавно в этом сельском поселении появилась добровольная пожарная команда из 5 человек. Все они уже прошли профессиональное обучение. Вместе с тем, за счет гранта, который выиграл один из волонтеров-огнеборцев, в прошлом году начали закупать оборудование. Очень нам сейчас повезло, что мы закупили почти на 500 000 оборудования, снаряжения, рукава, помпы, пила, лестница, в общем, все, что необходимо для пожарной команды. И вот сейчас очень кстати, что нам автомобили полностью комплектованы. На сегодня в Бурятии 137 добровольных пожарных команд. Это почти 600 человек. В их распоряжении 138 единиц пожарной техники. Работают они в основном в отдаленных районах, куда сотрудники МЧС просто не могут быстро добраться. Так, с начала текущего года добровольными пожарными было потушено свыше 400 пожаров, в которых они 54 раза приняли участие самостоятельно. Это уже 8-й пожарный автомобиль, передаваемый добровольцам в Бурятии. Также среди передаваемой техники имеется и специальная пожарная техника, автомобили дымоудаления, пожарные автолестницы и автомобили первой помощи. Всего с начала года в пользование добровольных пожарных команд были переданы 3 автоцистерны, 2 насосно-рукавных автомобиля, автомобили первой помощи, дымоудаления, а также связи и освещения. 2 машины отправились в Заиграевский район, 3 уехали в Курумканский. Также технику получили Кабанский, Муйский, Хоринский и Кяхтинский районы. Ася Касьянова, новости дня.